Так, дорогие друзья, сегодня у меня получила вот такую вот посылку. И сейчас мы с вами распакуем. И посылка эта пришла от ЕМС. Сейчас распакуем и покажем, что же там. Так, дорогие друзья, будем распаковывать. Сейчас мы распакуем, а потом покажем вместе с вами деткам. Что же там у нас пришло? Многие просили распаковывать прям на камеру, поэтому я распаковываю. Тихо, Ванечка, подожди. Да, тут пришли две игры. Две пришли. Первая игра, сейчас я вам поближе... Подождите секунду. Первую покажу, это магнитная мозаика, мягкая, цирк. Возьми с собой в дорогу. Она, знаете, в таком металлическом ящичке. Так, дорогие друзья, мозаика вот такая, она запечатана очень хорошо. Что же в этой мозаике? Мягкие магнитные элементы, занимательные сюжеты, листовка с контуром. Так, цветные крутики. Сейчас посмотрим. Сделано, ребята, в России. Значит, качество классное. Срок службы 1 год. А нет, не ограничен. Я думала, 1 год. Изготовление. Все это российское. Московская область. Так что сейчас мы с вами раскроем и посмотрим, что же там у нас пришло. Для деток, мне кажется, это вообще классный будет вариант. Я знаю, что многие смотрят меня, у кого маленькие детки. Ссылочку я оставлю в описании. Сейчас, кстати, дорогие друзья, в Инстаграм я тоже оставлю ссылочку. Проходит конкурс, где вы сможете выиграть такие наборы. Поэтому проходите по ссылочке в описании и смотрите. Так, клеёночку сразу мы уберем. Так, подожди, Ванечка. Машенька, на выкинь. Ванечка, подожди секундочку. Так, металлический корпус. О, смотрите, какая картинка внутри даже. И давайте посмотрим, что же там внутри. Вот такие вот мягкие детальки. Они, кстати, на магните. И они могут приклеиваться. Вот такие вот разные мягкие детальки. Видите, вот здесь вот прорисовка деталек. Марина, подожди. Здесь еще прорисовка деталек. И вот разными цветами. Сейчас, Мариночка, будете играть. Тут все это детальки вот так вот они достаются. И ими можно собирать фигурки. Дальше, что в этом наборе есть? Вот такой вот. Он тоже, кстати, все на магните, где крышка была. Так, крышка вот здесь. Сейчас я на крышке вам более подробно покажу. Вот, смотрите. Видите, вот оно не падает. Все, оно приклеилось. Это, кстати, наверное, нос или какой-нибудь цветок можно делать. Вон, видите? Раз. И все. В наборе у нас также имеются карточки, что можно из этих фигурок сделать. Вон, смотрите, какие карточки вы можете просто взять, приделывать вот сюда. Потом ищем детальки, которые нужны. Вот, например, голова. Да? Так, сейчас мы попробуем достать. Вот так вот голову, например, приклеить. Дальше там что-то еще. Сейчас мы поищем. Подожди, Мариночка. Сейчас мы по картинке там надо собирать. Тут их очень много, таких картинок. Вот книжица, кстати, в книжице есть вот точно, какие детальки вам нужны. Вот такая листовочка. И много фигурок, по которым мы сможем заниматься. Также в этом комплекте есть вот такие вот наклейки. Мы сейчас вот с вами приделали... Где оно? Мордашку. На эту мордашку я могу наклеить. Вот уже, пожалуйста, наклеечку. Да? Взять и вот так наклеить. И вот такая вот мордашечка у нас получается. Мама, сейчас мы все это приклеим и покажем вам. Мама?
Так, дорогие друзья, мы наклеили все наклеечки. Вот у нас листочек весь пустой. Сейчас покажу, что у нас получилось. Вот такая вот деталька. Видите, приклеивается очень хорошо. Ой, некоторые уже магнитики. Вот такой вот мишка красиво получился. Такое, наверное, платьишко или что, не знаю, что как будет. Вот такое вот. Так, дальше у нас вот такая вот мордашка получилась. Вот такие вот кубики. Такая. Обезьянка. Еще одна мордашка у мальчика. По-моему, косынка у куколки и билетик. Вот такие вот штучки у нас получились. Также вот остальные сейчас надо это вот доставать из этих штучек. И будем с вами собирать уже картинку. Вот такие вот штучки. Ну, а это тоже куда-нибудь можно приспособить, если есть кто-то рукодельный. Вот видите. Все, тут вот все достаются очень удобно. Слушайте, такая классная. Ссылочку, напоминаю еще раз, останется в описании. Проходите и смотрите. Участвуйте в конкурсах. Можете выиграть такой же себе наборчик. Этот будет? Да, подожди немножко. Так, вот такие вот штучки мы достали. А теперь мы попробуем с ребятишками собрать их. Так, дорогие друзья, ну а сейчас мы с детками попробуем собрать вот из этого конструкта вот такую вот картинку. Ванечка, давай помогай. Ищи там такую картинку. Где что собирать надо? Ну-ка ищи детальки. Вот, Марина. Ваня, подожди, нет. Вот, давай клей. Ищи еще там детальки. Маленький. Маленький кружочек. Дальше, Ваня, ищи. Мама. Нет, не так, Ваня. Вот. Давайте ищите. Второй кружочек. Вот, молодец. Сейчас мы покажем, что у вас получилось. Давайте, делайте. Вот. Вот так вот, Ваня. Билет. Переверни вот так вот. Билетик. Билетик. Не, Марина, это не билетик, наверное, должен быть. Это ножка просто желтенькая должна быть. Давай. Еще вот такие вот фигурки ищите, вот такие вот. Ну-ка, давайте вот так вот двигайте к себе. Нет, это не такая. Вот такая вот фигурка у тебя должна быть. Ищи, там у тебя деталек же много. О! Треугольник нету. Треугольника другие ищем детальки. Какие в форме бутылочки? Во, нашел, давай. Ой, Ваня, приклей. Да, молодец. И Марина нашла. А теперь вот такие вот треугольные ищите. Треугольнички. Давайте, давайте, давайте. У вас там деталек много. Это надо? Нет, треугольники надо. Нет, не то. Не то. Не то. Вот, Ванечка, вот они. Вот они, треугольнички. Вот, Марина, один нашла. Сюда? Ну, и второй такой же сюда тоже делайте. Не-не, Ваня, подожди, мама тебе даст. Подожди, Марина, Ваня. На, Ваня, приделывай. Да, вот сюда вот. Давай покажем теперь, какая картинка у нас получилась. Ребята, вот такая вот картинка получилась. Бери вот эту. Да, давайте теперь вот эти штучки убирайте, ложите обратно сюда. Снимайте. Давайте, давайте. Теперь давай картинку меняем. Вот эту. Да, ставим. Магнитиком приделай картинку. Вот этим магнитиком каким-нибудь раз вот так вот, чтобы не скатывалась картинка. Лошадку собираем. Не-не-не-не-не, Ваня. Не, ищи другую. Вот здесь вот другие ищи. Вот эти вот пока мы не трогаем цветочки. Давайте, давайте, ищите. Напомню, дорогие друзья, что картинки с обоих сторон с трафаретами, чтобы можно было деткам удобно искать форму для того, чтобы собрать. Все детальки очень хорошие, крепкие, толстые. Сзади магнитик очень хорошо крепится. Да, вот детки у меня собирают. Вам нравится такая игра? Да. Ванечка, давай, собирай. Так, нет, не сюда, ты что, другое ищи? Шляпку. Шляпку, шляпку, Ваня, где шляпка?
Ну-ка ищи шляпку, Ванечка. Мама. Нет. Нет, это не та шляпка. Это не шляпка. Нет. Вот шляпка, Ваня, вот шляпка. Вот сюда вот приклеивай. Приделывай. Ой, у Вани получилось, да, сына? Да, давай вот эту вот голову сделаем сюда. Вот такой вот. Ой, какой смешной, да? Ване нравится? Нет. Другой ищи. Вот смотри, какие детальки. Вот такая вот длинная деталька где-то. Такой Панаповича? Ну смотри, есть нет такие на картинке? Нет. Вот, Ваня, длинная деталька. Вот. Вот сюда приделывай ее. Вот. Вот такая вот деталька, да? Вот смотрите, что у них уже получается. Нет, Ваня. Нет, Ваня, не сюда, нет. Другой ищи. Мама, хвостик уже нашла. Вот такую вот штучку, Ваня, найди. Паук! Вот, Марина, молодец. Нет, Ваня, не то. Длинная должна быть штучка, Ванечка. Вот, Ваня, вот. Вот, человечек. Теперь сюда еще сделай. И вот сюда. Давай сначала вот это соберем. Ищи. Нет, Ваня, вот. Вот от девочки. Нет, нет. Сюда? Вот сюда, вот да. Вот сюда. Молодец. Подожди. А это уже... Молодец, молодец, Ваня. Давай дальше искать. Вот. Не-не-не-не, нет, не то, Ваня. Вот это вот на. Вот сюда приделывай. Все? Вся картинка собрана у нас. Вот такая вот, друзья, у нас картинка получилась. А сейчас мы с вами будем распаковывать второй наш набор, который пришел. А вот этот мы... Так, дорогие друзья, а второй у нас вот такая вот магнитная азбука на английском языке. Это хорошо подойдет как для малышей, написано 3+, так и для старших, кто изучает английский. Сейчас мы с вами откроем и посмотрим. Тут вот так вот оно. Чемоданчик, кстати, тоже металлический, очень удобно для хранения. Сейчас мы с вами откроем этот набор и посмотрим, что же там внутри. Какие там карточки. И буквы. И буковки, да, английский. Будет да. Марина изучать английский? Все буквы. Так, все, распечатали. И теперь открываем. Ого, ребята, смотрите, тут в первую очередь Пипись. Покажу. Слова вот такие вот. Видите, карточки. Тут, так как металлическая поверхность, оно будет приклеиваться хорошо. Тут разные есть карточки на английском. И вот, например, как вот оно все это делается. Сейчас я вам примерно объясню. Посмотрим с вами. Тут буковки, видите, разные есть. Очень много буковки тоже, кстати, очень качественные. Вот, например, здесь можно убрать, чтобы понять, что это восьмерка, да? Вот такие вот буковки. Сзади они на магните. Доска получается магнитная, видите? И оно не падает. Дальше у нас также в этом наборе имеются тоже карточки. Карточки с заданиями. Вау. Вот сколько точек на кубике. Вау. Потом вот на английском вы должны слово составить. Еще на английском. Так, и еще. Тут вот на английском. Но карточки, они идут двухсторонние. Видите? Очень хорошие двухсторонние карточки. Ну, вот давайте какую-нибудь сейчас для маленьких сделаем. Вот, например, вот такая вот карточка, да? И надо... Так, подождите, а я тут что-то еще нашла. Тут еще карточки, ребята, есть. Вот давайте даже вот это вот я сейчас, наверное, сделаю задание. Поставь каждая кошка первую букву названия того, что изображено. Задание найди спрятанные слова. Задание. Тут вот все задание двухстороннее. Видите? И можно делать. Ну вот в целом буковки здесь все хорошие. Сейчас я постараюсь выложить вам. И показать. Упаковщик номер 5. Также имеются вот такие вот карточки. Очень много букв. Буковки все яркие, хорошенькие. Карточки, вот буковки.
такие красивые. Подожди, Марина, подожди, дочь. Еда, видите? Да, ням-ням. И можно вот очень хорошо изучать с маленькими вот такие буковки, вот циферки, слова. Мне кажется, это очень хорошая помощь будет для родителей, для того, чтобы маленьким изучать. Еще раз напоминаю, что в Инстаграме идет конкурс. Ну, дорогие друзья, здесь много всяких таких. И сейчас мы попробуем позаниматься. Так, дорогие друзья, мы решили попробовать сделать вот такую вот карточку. Тут на буковки вставить в эти странички. И сейчас Ваня с Мариной. Вот смотрите, Ванечка, сядь хорошо. Ищите буковки вот сюда вот вставлять, какие надо, и вставляйте. Я нашла. Нету Вани здесь. Вот, Ваня, вот. Вот. Молодец, да, ищите еще буковки, какие надо оставлять. Такая, Ваня, убирай. Правильно, оттуда убирай штучку. Нету? Давай, мама тебе поможет. Да, Ваня. Где такая буковка? Вот она еще такая буковка. Так, молодец. Мариночка, нет, другую ищи. Вот, Ваня, буковка А. Вот она, эта буковка А. Не, Ваня, не надо эту штучку. Это сюда положи. Другие буковки ищи. Да, Р, стар. Не надо, Ваня. Ваня, дальше ищи другие буковки. Ну, не хочешь, тогда Марина будет одна искать. Давай. Так, продолжают они собирать свои буковки. Буковки, Ваня, ищи. Смотри, есть такая буковка, нет? Нет. Нет, правильно, ищи, значит, дальше буковки. Вот буковка, Ваня, такая есть. Где? Вот она, Ванечка. Т, тигр. Да? Дальше ищем, какие буковки. А там вот это есть? Ну, смотри. Нету. Нету, правильно. Смотри, нету, правильно, сына. Давай дальше. Нету. Вот такая вот, Ваня, есть там буковка? Вот она! Да! Е! Нету. Тигр. Мам, еще в саде есть. В саде тоже есть. Да, давай вот это вот сначала ищем. Мам, в саде. Ищите вот все буковки. Буковка Т. Ищи буковку. Нет, это циферка. А тебе на буковку Т. Вот она, Ваня, буковка Т. Т. Да, тетю. Джи, буковка. Ищем. Нет, не та. Вот она. А ты думал, тетю. Вот, Марина, вот такую буковку ищем теперь. Где она? Где мама? Ищи. Мариночка, так ты вот это вот тоже. Копайся, ищи. Смотри, сколько буквок много. Я все знаю, я все знаю. Конечно, ты у меня все знаешь. Да. Вот Марина, вот она. Все, подожди. Вот, да, и все. Давайте покажем, что у нас получилось. У нас получились слова. Вот такие вот. И смотрите, очень интересная игра. Если вам понравилось, то ссылочки мы оставим в описании. Проходите по ссылке в описании. И смотрите, там очень хорошее. Но мне вот понравилось. Мало того, что оно металлическое в своей коробочке. И то, что оно на магнитиках. И также имеются карточки. Сейчас я вам все поближе покажу. Так. Напоминаю, какие у нас сегодня пришли. У нас пришел английский. Вот с такими буковками. Буковки очень яркие, все красивые. Видите, разными цветами. Также имеются вот такие вот карточки со словами. Также имеются вспомогательные карточки для того, чтобы делать задания. Они двухсторонние. Хоть тот можете делать. Деткам очень понравилось. Также сейчас покажу, какой у нас второй. Пришел чемоданчик. Это вот такая вот магнитная мозаика, называется цирк. Тоже в своем металлической коробочке. Для хранения удобно. Также имеются бумажные карточки и специальные вспомогательные штучки.
Буковки всякие, фигурки. Они тоже все очень яркие, очень качественные. Магнитик очень крепкий и хороший. Деткам моим понравилось, поэтому я могу рекомендовать. Напоминаю, ссылочки остаются в описании. Проходите. Там сейчас идет конкурс, где вы можете выиграть такие замечательные наборы. Если вам понравилось, то напишите, пожалуйста, ваш комментарий, поставьте лайк. Ну и всем спасибо, что остаетесь с нами. Ну и всем пока-пока!